За гибель пассажира 3 года в колонии-поселении. Ленинский районный суд вынес приговор по резонансному ДТП. Напомним, столкновение на перекрестке улиц Суворова и Пролетарской произошло 9 июня прошлого года. Водитель автомобиля ВАЗ пытался повернуть налево на запрещающий сигнал светофора из полосы, предусматривающей движение только прямо. Выехав на перекресток, отечественная легковушка столкнулась с автомобилем Toyota Highlander, двигавшимся в прямом направлении. В результате столкновения пассажирка автомобиля ВАЗ скончалась на месте. Тойота перевернулась, ее водителю был причинен легкий вред здоровью. Приговором Ленинского районного суда города Иваново от 9 июля 2018 года обвиняемый признан виновным в совершении данного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, обвиняемый лишен права управления транспортными средствами, указанным приговором сроком на 1 год 9 месяцев.